Так, ну, это снова мы. Едем мы срочно в клинику города Тулы на улицу Болдина. Рыжика за ночь съедают опарыши. То есть лапу, именно лапу, да, размножились опарыши. Состояние тяжелое, страшное, но пожелайте нам всем, чтобы мы доехали до клиники, чтобы Рыжика смогли спасти. Ой, Господи, помоги, помоги нам, пожалуйста, Господи. Не помоги спасти это безумно настрадавшееся животное. Рыжик, живи, я очень тебя прошу, живи, ты же не просто так пришел. Остановились сейчас водичкой, его пою, обрабатываю лапку от опарышей. Все новости ждите. Спасибо вам большое. Вчера состояние Рыжика было стабильно тяжелое, сегодня состояние ухудшилось, потому что, ну, его реально за ночь поели опарыши. Вот. Я еду и думаю, люди, я рассуждаю о том, что вся наша жизнь в наше время зависит от финансов, и это очень страшно и больно. Когда нет финансов, ты не знаешь, как помочь бедному обреченному животному, да, бездомному животному, у которого нету любящей, заботливой семьи, который сам вроде бы и пришел попросить помощи, а вот на данный момент вчера, да, с финансами, ну, их не было, да. Просто я не думала, что за ночь такое может произойти. Я вам звонила с Ефремова, бездомный кот на стационар, тяжелый. Там гангрена лапы, наверное, не знаю. Скорее всего, машина переехала, это было очень давно. Мы будем пробовать, стараться, пытаться спасти ему жизнь. Я очень надеюсь на вас, на вашу помощь. Я забедею его недавно, знаете меня. Мы сделаем все возможное. Мы очень ждем вашей помощи. Рыжка остается в стационаре на круглосуточном лечении. Пожалуйста, помолитесь, ну, если он просит помощи, я прошу у вас как всегда. Я очень надеюсь на вас. Спасибо вам огромное. Уважаемые друзья, участники группы, в общем, ну, стационар нам озвучит сумму, но все это будет не очень дешево, нам говорят сразу, потому что Рыжик будет находиться на постоянной инфузии, на капельницах, то есть весит он 1,8 кг. Вот, лап, наверное, пойдет у нас все равно на удаление. Я так думаю, что тут уже спасать нечего. Нам главное спасти его, все-таки он крепится еще. Он еще при этом умудряется нам петь песни. Вот. Ну, в общем, мы очень надеемся и рассчитываем только на вас и на вашу помощь. Можно будет оплачивать частично клинику. Ой, я очень надеюсь, мои подписчики, друзья, что вы, как всегда, не пройдете мимо и поможете нам в такой сложной ситуации. Сюда включено все. Медикаменты, препараты, рентген, УЗИ, в общем, анализы крови, биохимия, обычной крови, то есть всего-всего на все возможные какие-то у него там, ну, инфекции. Вот, в общем, ой, мы еще и встали. Давай, Рыжик, крепись, зайка, крепись, крепись, мой солнышко, крепись. Ой, Рыжик, 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 давай ты крепись, зайка. Крепись. Все, говорю, упирайтесь. Деньги, если бы я знала, я тебя вчера повезла бы. Вы видите, как его съели просто опарыши за ночь. Взяла бы я с забора эти деньги, если бы я знала, что я уложусь и поехала бы. Прости меня, Рыж. Давай крепись, зайка. Мы все за тебя молимся. Я очень тебя прошу. В общем, оставляю, девочки, его на стационаре. Дальше нам сказали, стационар будет дешевле. Ну, открой глазки, зайка. У тебя сил нет, я знаю, милый. У тебя температура уже пониженная. Но это, скорее всего, тебе съедают еще и бложки. Да, мой зайчка, мы тебе открыли глазики. Тима рыженька, да ты мой солнышко. Ты давай крепись, ладно? Ладно, мой мальчик, давай, ты уже столько пережил. Даже тетя сказала, тут не один, не два дня. Тут и не месяц, тут больше. Ты же жил с такой лапкой. А когда уже понял, что совсем плохо, да, пришел просить помощи. А мы тебе поможем обязательно. Люди не пройдут мимо твоей беды. У нас же много хороших людей, правильно? Мы же поможем Рыжику. В общем, первые сутки Рыжика нам обходится в 6. Ой, сейчас.
вы видели, да, 6190, но это с учетом всего. Рентген, УЗИ, препараты, тесты, анализы крови, биохимия, разные анализы еще какой-то крови. Ну, в общем, тут очень много анализов крови, прием клинический. Нет. Ну, в общем, это только 6190. Это у нас будет только первые сутки. Дальше суммы нам будут озвучивать. Поэтому я очень буду на вас рассчитывать, надеяться. Сама я без вашей помощи я не смогу оплатить Рыжика. Простите меня за слезы. В общем, мои друзья, дорогие, уважаемые подписчики мои, очень-очень на вас рассчитываю. Спасибо вам большое.